саженцы и рассада ириса бородатого квич – это хороший вариант освежить и украсить клумбу или участок, добавив яркие ноты. Сорт представляет собой высокие, до 90 см, кусты, которые быстро приживаются в открытом грунте. Они неприхотливы в уходе, их не нужно ежедневно поливать, удобрять и обрабатывать от вредителей. Основная особенность, за которую ценят ирис квич, это его оригинальные цветы. Они появляются на цветоносах в большом количестве с начала июня, а период цветения длится несколько недель. Лепестки прочные, с гладкими краями, окрашены в бордовый цвет с коричневым оттенком. Цветы гармонируют с более нежными сортами ирисов или других растений в букетах и при групповой посадке. Ирис бородатый квич – это многолетнее растение. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.